Ребята, всем привет! И вот обещанный объект, медный объект. Вот, и мы находимся в Московской области. Мы приехали, мы здесь уже третий день, пока мы построили себе цех, пока сделали все столы. Это сейчас я вам все покажу. Вот, и начинаем работать. Несмотря на то, что погода, конечно, в Московской области очень дождливая. Поэтому пойдемте, более-менее вам чуть-чуть покажу. Но наверх не поднимусь, потому что, как вы видите, на крыше закрыты тентами. Вот, и показывать, смотреть, что там наверху, какая доска, какая обрешетка, что там, вы увидите потом в последующих роликах уже при, скажем так, когда мы будем уже монтировать, все это вы увидите. Кровля очень интересная, сложная, скажем так, будет на фасаде, скажем так, шашка, вот, а наверху фальц, и еще есть гараж, тоже фальцевая. Медь будет производителя КМЕ, немецкая. Это, я считаю, самая лучшая медь на рынке, она, потому что она производится именно для кровли. То есть не просто там медь где-то купили, и она и куда угодно может идти, а эта медь производится именно для кровли и фасадов. Как-то так, все, пойдемте, чуть покажу вам. И могу сказать наперед, что ролики будут выходить чаще теперь. Как-то так, все, пойдемте. Здесь мы построили себе цех. Кто в Инстаграм подписан, видел. Ребята, скажите всем привет. Подписчики соскучились, наверное, по вам уже. Еще бороду не отрасти. Ну, еще отрастишь. Листогиб. Фомич листогиб. Фальцепрокатник. По поводу планок. В следующем ролике будет, потому что этот с вами вписывается в приветствие. Я вам расскажу. Тут столик для инструмента. И пойдемте дальше. Такую лестницу сделали удобную себе. Ух, это такой навесик, потому что дом жилой, и здесь такая навес был, и по той крыше тоже, когда все разбирали. Ну, туда не пойду. Вот. Туда, наверное, не пойду, потому что все в тентах, плотненько сейчас работает, не мешать им, чтобы съемкой. Вот как-то так. Смысла туда нет идти, потому что все под тентами. И показать вам нечего будет. Но это такой первый ролик, такой приветственный, можно сказать. А следующие ролики уже будут изготовление и монтаж всего, что здесь есть. Вот, как-то так. Ну и еще, конечно, прикреплю, как по проекту. Должно быть, типа... Но мы немножко даже на такой вроде бы несложной крыше, вернее сложной крыше, оговорился, вот, еще и придумали свои изюминки. Но это мы вам покажем. Вы увидите, как по проекту, и потом как получится. Ну что, ребят, вот как-то так вот прошлись, посмотрели все. И как сказал выше, что ролики будут выходить чаще. И все будем показывать, как что делается, чтобы всем было понятно. Все, как-то так. До скорых встреч. Пока.